Значит, очень много разговоров сейчас про эту вот видеокарту. Это у меня GeForce 770 N770VF 4-гиговка первой ревизии. Очень крутой монстр. Реально тянет многие новинки сегодняшние. И за счет 4 гигабайт памяти он их в хорошем очень изображении, хорошую картинку выдает. Вот. Но очень много вопросов по ней, потому что есть два вида такой видеокарт. Во-первых, есть две ревизии, но это не так важно. Там отличается питание, то есть 8 пин и 6 пин, а там 8 пин и 8 пин. Вот, собственно говоря, и вся разница. Вот. Но самое интересное, что вот этой видеокарты есть два вида. То есть есть VF3, а есть OK, overclock. Так вот, у такой же видеокарты с оверклоком у нее больше частоты, в отличие от этой, которая у меня здесь представлена.